Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский и Юлий Онешко. И это... как мы там? Стражи Энергии! Наше новое шоу! Это серьезное шоу, не надо. Я почитал комменты, удивлен, что наконец-то вам все понравилось. Обычно вы пишете: обзор на чай, а как насчет обзора на мою жопу, хуёво? Нужно, я тоже хочу высказаться. Много людей писали, что мы не все классические энергетики обозрели. Я привез все. Просто все мы в один выпуск не стали пихать. Будут еще классические обзоры, но сейчас у нас такой интересный... Самое главное, да, то, что я прочитал, в комментах много людей писали, что вы не шарите за нормальные энергетики. Нормальные энергетики продаются там, где, как я и сказал, на заправках. То есть, помнишь, мы говорили про то, что Red Bull появился с заправок? И вот мы нашли все заправные, как сказать, заправочные энергосы. Это у нас Лукойл, это у нас Shell. А это у нас этот, блядь, как наоборот, его? Наоборот, блядь, вот там, где ты сейчас руку держал, это Лукойл. Это Лукойл. Это Shell. Это Shell, а это... Газпром. Газпром, да. Я был удивлен, кстати, что у всех топливных магнатов есть свой собственный энергетик, и но... Правильно. Сейчас мы попробуем разобраться, настолько ли они хороши, потому что они, я как ты видишь... Я могу тебе ответить, исходя из состава, но не буду, так неинтересно. Да, мы посмотрим и выясним сегодня, какие энергетики пизже бодрят. Обычные, школьницкие назовем их, либо профессиональные, заправочные. Не переключайтесь. Так, с чего начнем, с чего начнем? Я предлагаю освежить вкус старых энергосов перед тем, как мы будем пробовать новые. Мы можем сак моих попить. Кого? Я много энергосов, типа, выпью, и потом мы такие, сколько энергетиков отфильтровалось, а сколько впиталось? У тебя уже совсем, да, типа, тебе уже похуй на все, типа, все, ему просто поебать. Опа, вам смешно было? Смешно, что я гадость сказал? Да. Ставь лайк, если смешно, то значит... Люди такие, попить сак, подпишусь-ка на него. Смешной белобрысый. Я думал, это... Смешно. Я думал, этот полупокер только прически менять умеет, а он, блядь, пошутил про саки, нормально. Я могу еще сказать. Смотрите, как саки мутные. Смотрите, будто Юра пописал. Приятного аппетита. Если Юра писает, то только вот такой вообще. Как ты меня заебал. Дрогнем. Нормальная у меня, меня пугает, но она слишком прозрачная. Мне кажется, почки... Это хорошо, нет, это хорошо. Наоборот, мне кажется, почки отказывают, блядь, ёпта. Мне было спокойнее, когда... В общем, чё я тут про санину говорю? Из-за этого... Вот, смотрите, пообщался с человеком, сколько, пару лет, уже сижу, санину обсуждаю. Саки, саки! Я не смог попробовать энергос полностью, теперь у меня будут липкие полы. Ты выплюнул все, что было? Я половину выпил, половину выплюнул. Кстати, чуваки, от ваших комментариев зависит, что мы первым проверим. Red Bull, всю линейку, Адреналин Rush, всю линейку, или Flash, возможно, или он только один такой? Нет, есть еще вкус. У Red Bull, по-моему, 3 или 4 даже вкуса. Попробуем Red Bull-чика. Про Red Bull, кстати, писали, что... Он по умолчанию с водкой действительно намного лучше подходит. Но я вспомнил, что я и с Red Bull'ом тоже как-то пил водку. Разбавленный, все тот же разбавленный водой энергетик. Ну вот я хочу сказать, что адреналин... Ты знаешь, Red Bull это, наверное, энергетик для кормящих беременных женщин. Грудничко! Не для кормящих женщин, а для детей. Red Bull возьми меня на работу. Лежит пиздюк. Мам! Мам, еще Red Bull! Но он такой разбавленный, как будто в нем нет ничего такого. Пока мы дегустируем флеш, что ставь лайк? Я тебя перебил. Нет, скажи им, за что ставить лайк. Скажу. Ставь лайк! Скажи им, чтобы ставили лайк, Юрка! Ставь лайк, если хочешь, чтобы Юра продегустировал все энергетические... Напитки. Не напитки. Короче, я хотел сказать, друзья, вот этот дурачок вообще ничего не помнит, ему похуй на все, пей свои энергетики. У нас вообще-то конкурс проходит, за который... Точно! Да, мы сидим в худи, конечно, 500 и топ-бобец, потому что вы можете выиграть худи. Пишите в комментах здесь и под новым выпуском «Сердец за любовь», ссылочка на которую в описании. 5 победителей, вы можете выбрать вообще что угодно, либо худи кончится 500, либо топ-бобец, либо Sons of Havansky. Что вообще невероятно, но если вдруг выберете, да, мне будет очень приятно. Что хоть кто-то купит, получит, попросит мой дизайн. Самое главное, подписывайтесь. Фанатки. Короче, основные условия. Досмотреть ролик. Я клоуном становлюсь.
Прям не в переносном, а в реальности. Я его вывел из рабочего состояния просто своих. Может, тебе нос красный надеть? Я не знаю, это хорошо или плохо. Короче, чтобы, блядь, ёпта, повторить. Пишем, тут хочу худи, под новым роликом Юлика хочу худи. Подписываемся, только для подписчиков идет розыгрыш на мой канал, на канал Юлика. Лайкаем эти ролики. Да, и ставим лайки, все будет разыграно. Все будет проверяться. Если у вас закрыт плейлист понравившийся и закрыты ваши подписки, мы не увидим. То хуй наны вам, да? Хуй наны, да. Блядь, нам не страшно. Юра так придет и будет страшно орать вам в лицо, что вы лайк не поставили. Все, короче, сказали. Теперь уже можешь дальше про саки свои что-то там, блядь. Ох, флэш пахнет как лекарство. Господи, да как они эту хрень делают? Он пахнет как хлоргексидин какой-нибудь. Но... Ну, типа того, как... Вот как будто ты зашел не в аптеку даже, а... В бассейн, который прям... Да-да-да, хлоркой промывается. С этими мы разобрались. Ничего мы... Я просто думаю, мало ли, в прошлый раз мы недостаточно что-то поняли. Бля. Абсолютно все выводы были, тут будет ссылочка, я думаю, на прошлый обзор, а все было сделано правильно. Теперь проверим, правы ли вы, друзья, которые советовали нам энергосы заправок. А они все меньше, кроме вот G-Drive. Давай с G-Drive и начнем, потому что он один, а все остальные по два. Давай, хорошо. Это G-Drive, у нас, это напомню, Газпром, да. G-Drive тоже в банках есть. Ну, понятно. То есть просто... это спутник всех... ТНТ проектов, спутник Рутуба, все... Зенита, да и вообще еще много. Все, наверное, рутуберы пьют G-Drive. Есть вообще рутуберы? Озон. Озон? Нет, это ютубер российский. О, ты посмотри. Он выкладывал Озон на Mail.ru Апокалипсис в 2006-м. Это не рутуб. Выглядит как персиковый сок. Ух, ну он химознее. Слушай. Прям он, я чувствую химозу прямо, это, нет? Ну, невкусную химозу. Невкусная, как флэш, и не... Ну, как прямо... будто кто-то покрошил парацетамол в напиток. Ну... Я думаю, они запустили этот энергетик просто, чтобы было куда рекламу пихать. Ну, так он бодрит, разве нет? Думаешь? Нет, не чувствую бодрости. Чувствую... Да ты уже избалованный, и ты сидишь, ничего не... Вот ты как это... Как ты это говно будешь пить? Ты что, думаешь, шкальцы любят вкус таблеток в энергетике? Они любят, чтобы было кисло, сладко, вкусно. Ну, мы же для автолюбителей в первую очередь делаем, типа, чтобы понять, насколько бодрит, насколько это пристойно. Кофеин в таблетках пейте, если вам нужна бодрость. Энергетик — это... Совокупность всех факторов, да. И здесь один из факторов отвратительный. Отвратительный вкус, не пойми чего. Он должен быть типа апельсиновым. Он не апельсиновый, он никакой. Вот похоже, знаешь, на витамины со вкусом апельсина, которые вот... Вполне возможно, что они эти витамины просто водой разбавляют и заливают в эти бутылки. Гадость. Но зато я все-таки отмечу, что вот по уровню вот такого химозного он стоит выше Red Bull и Adrenalin Rush. Я бы сказал, что он ниже... Тут, ну вот ниже флэша, но, конечно, вкус гадкий. То есть, как бы, но я думаю, как бы, если вы на заправке покупаете энергетику, куда-то едете, и вам нельзя спать, блядь, то это хороший вариант, разве нет? Нет, если... Прям оно, может быть, мерзкий вкус тебе как раз и поможет не заснуть. Ты будешь пить и такой... Если дело касается того, что вы едете ночью, то не надейтесь на энергетики, пейте кофеин. Это серьезная хуйня, человек разобьется, не нужно надеяться на энергетики. Я думаю, человек, который по ночам таксует или что-то делает, он и сам знает, что ему пить. Но вот в целом, по G-Drive... Если вы шкалец, то G-Drive это хуйня, это ниже... Адреналина Раша? Это даже... Слушай, а G-Drive нет такого этого машинного масла? Ты нам не масло случайно машинное купил, а то может... Звучит как масло машины. Да-да-да, я что-то вспомнил, была реклама, что-то... А у них все G-Drive, масло и бензин. Да? Они, видимо, из одного котла льют, поэтому... Я просто... Не моют его такие! Сейчас машинное масло, типа, а теперь там энергос. Вот. Просто я считаю, что вкус у энергетика, это, если не главное, то очень важное... Статья как. То есть ты считаешь, что мы дезреспектуем? Я так дезреспектую точно. Вкус. Давай другие попробуем, пока рано судить, я думаю, еще G-Drive. Может, эти еще мразотнее. V-Power это Shell, это не отечественная. Shell, насколько я помню, британская заправка или British Petroleum британская. А я вообще. Shell это ракушка. Перевод. Big Science, большая наука, да? Ну, вы поняли, короче, не знаю я, кто там Shell, откуда, но, может быть, здесь будет поприятнее. Смотри, вот, например, он сильно газированный, как флэш, в отличие от остальных напитков. Это то хорошо. Есть он прям пузырится.
не как вот адреналин, Red Bull, они спокойно как бы наливаются, а этот прямо, сука, бесится. Не досластили. Вот, чувак, я не люблю сладкое, но вот почти бы получилось, но... Чем-то похоже на Red Bull. Не досластили вот как-то это. И вот Red Bull нет, он просто ровный по вкусу. А этот как будто вот немного недокрученный. Чувствуешь, как вот хочется взять и вот... Флэшу хуйнуть. Флэшу хуйнуть, да, чтобы... Купажирование сделать. Ну, купажирование-то купажированием, ну а в целом как тебе? В целом среднячок. Не хуже Red Bull'а. Но то есть не хуже Red Bull. Не хуже Red Bull, но не лучше Адреналин Раша. Если вам нравится сладкий вкус. Так у нас... А, ладно, это на один уровень поставим. Сюда пока... Я бы вот так поставил, да. Мое мнение. О! Человеку, у которого зубы покрошились. G-Drive просто гадкий. А этот какой-то вот недослащенный, Непонятно гадковатый такой. Надо вот чуточку чего-то вот подкрутить. Чего-то. Но зато давай. Бодрит почти на уровне флеша. Именно по едкости вот этой вот, по газировке. Либо сахара добавить, либо еще едкость. Сахара, да. Сахар бы помог. Вот типа школьники любят сахар, блять, а... Это как-то пресно и... Ну, хорошо, что он газированный, это плюс. Да, он прям вот как флеш его пьешь, значит, он быстро всосется. Как будто это плавит тебя немножко. Вот это мы любим, чтобы химия, как будто вы реальной кислоты какой-то серной сожрали. Такое чувство, будто его из грязной воды делали. Вот это вот, что-то вот такое. В которой пезды немытые полоскали. Не настолько, просто из крана как будто вода. Не мерзкой воды, просто из-под крана. Может, это просто вот черная банка. Попробуем красненькую. Немножечко, я прям чувствую, как ты отрыгнул после энергосов. Мерзкий чувак. Прям вот пахнет смертью. Если знаете, отрыжка после шавермы пахнет шавермой. Отрыжка после пельменей пельменями. Отрыжка после энергосов пахнет смертью. Как будто я, блядь... Запахло, блядь, и четыре всадника апокалипсиса скачут, блядь. От тебя. Да, потому что ты рыгнул так, что апокалипсис переносится. Красный V-Power как черный, и в нем как будто бы они пытались добавить то, чего нет, но у них не получилось. Как будто вот, не знаю, знаешь, типа... Машинное масло какое-то реально, или вот следол какой-то остался. Что-то не то. А, он просто непонятный. Его какой-то. Прям неприятно пить. Да я знаю, не наливай. Не-не-не-не-не. Он неприятный. Типа, давай. Он как вот тот энергетик с черным, как вот из грязной воды, только еще в нем что-то есть лишнее. Ну а бодрит, вот как вот по бодрости, например, тебе? Хуёво, потому что я не стану такой энергетик много пить. Из-за вкуса, я понимаю. И не смогу получить достаточно бодрости. Ой, ты, конечно, человек. Мы берем реальную ситуацию. Мы берем объективный взгляд на вещи. Объективный взгляд. Кто-то не будет, а ты будешь. Вот флэш пока 100% лидер, по-моему, по именно ковырянию ядрёности рта. Но вот это мы хотя бы можем поставить выше Адреналина Раша? Не по вкусу. Нет, не можем. Не по вкусу. Нет, не можем. По бодрости. Все равно не можем? По бодрости мы не сможем оценить. Ну, можем оценить только по вкусу. Ну и нет, я протестую. Я, может, это плацебо какой-то, но я прям чувствую, когда энергетик вафельный, а когда он типа нормально бодрит. Мне кажется, ты зря на Shell гонишь, они бодрят нормально. Просто вкус уебанский. Уебанский. Совершенно. Вот вкус поменять. Там написано. А, этот красный вообще выкинуть. Вы че реально, что ли, пималюкс тогда захуярили, пацаны? Ну это. Кому это, бля? Я уберу нахуй, бля. Мерзкая залупа, бля, реально. Ну кто? Я втихаря срыгиваю от этого красного энергоса. Да, полный. Так я обычно не рыгаю вообще. Ну, у нас остался еще Лукойл. Выглядит стильно. Да, они, видимо, заказали дизайн, в отличие от G-Drive, который просто... А что у нас будет на этикетке? Реклама! Как вам так? Мы можем потратить миллион на разработку логотипа. А можем заработать миллион. Или мы просто будем всякую хуйню ебашить прямо. И нам не нужно придумывать обложку. Хорошее решение. Гений. Может, нам так делать? На превьюшке. Да. А, мы так как будто не делаем. Какую бы одежду одеть? Ох, даже не знаю. У нас остался Лукойл, предлагаю попробовать. Но у меня уже вырисовывается какая-то картина. Мне кажется, что нас в очередной раз наебали. Люди из комментов. Вот это как было
Что же мы дегустировали, я не помню. Вот. Ну, тоже. Короче, я вот верю вам каждый раз, читаю в комментах, и мне кажется, что какой-то человек разбирается в хуйне, которую пишет, а оказывается, что это просто пиздоболы. Да, это легко понять, не зря энергетики с заправок продают только на заправках. Никто не хочет заниматься логистикой, развозом этих энергетиков по магазинам, потому что их никто не покупает в магазинах. Но я это просто подумал, что они не пиздят, и они реально, типа, более такие энергичные, торчащие. А получается, вы просто меня наебали в комментах или что? Он пахнет кофе. И карамелью. Да, тут написано кофе Energy Drink. Он еще и с кофеином. Ненавижу вкус кофе в энергетиках и прочих вещах. А мне понравился. Тогда тебе нужно попробовать торнадо кофеиновый. Если тебе нравятся такие вкусы, то торнадо кофеиновый тебе очень понравится. Прикольно, это даже не как кофе, а как, знаете, такое послевкусие от кофе. Что это как кофейные зерна жевать. Вот их. Я люблю просто кофе, без всего. А вот когда я встречаю вкус кофе в сладостях или в энергетиках, мне прям очень неприятно. Невкусно как-то, странно. Слушай, ну давай хотя бы... Это субъективно. Сойдемся на том, что это сто пудов не мерзко. Не мерзко. Хотя бы, да. Если сравнивать, блядь, вот с этой залупой, блядь, то это отличный вкус. Я даже его поставлю до адреналина Раша, но выше вот этой хуйни. А красную баночку вообще со стола убрали. Заебись, вот. Я его где-то вот, да, вот сюда поставлю. Это у нас вместе стоят. Заебись! Не, вот этот нормально. То есть, если вы на заправке, и вы обычно пьете флэш, Red Bull, я образок попробовал. Ты про вот этот говоришь. А, нет, я... А, вот. Давно курю, бля. Ну, они черные банки одинаковые. Вот этот вот можно взять для разнообразия. Если не любите кофе, то не понравится, но... Если, блядь, вы не против кофе... Но вкус не мразотный, вкус чистый. И бодрит. Главное, что, видишь, как вот... Чё, когда пьешь как вот лимонад такой, блядь, типа, не создает. Это не важно, плацебо это, вкус или самовнушение. Важно, что вот когда пьешь, например, флэш, блядь, он бодрит. Сука, ты можешь придумывать, что это самоубеждение или это, но, блядь, он проникает в тебя и такой... Ты как чайник живой становишься, блядь. А вот этот тоже бодрит. Вот... Red Bull, даже не знаю, вот, блядь. Ну, я говорю, для грудничков и кормящих мам. Для беременных мам. У нас есть еще для тебя такой же план B. А что у него? Tropical Тропический, Energy. Наверное, он послаще будет. Ну, типа не кофейный. Видно, что это кто? Лукойл. Лукойл, уверен? Да, Лукойл. А что это? Ну, они подошли ответственнее к производству. Вспоминаешь, где у тебя там дядя какой-нибудь работает, чтоб не обиделся такой, так, Лукойл или Газпром, или как там это, ёпта? Нет, дядя у меня в таких компаниях не работает. Видно, у половины страны дядя вообще нигде не работает. Хорошо, если от тети не ушел, не спился и в тюрьму не сел. Уже заебись. А то еще Лукойл, не Лукойл. По запаху, знаете, есть сок мультифрукт. По запаху вот такой, по вкусу почти не сладкий. Очень необычный вкус. Вот мы пробовали прошлые энергетики. Эти у Лукойла прямо это новые вкусы. Качественные. Это бы понравилось, знаешь, кому? Человеку, который уже от всех этих энергетиков заебался. Вообще, вот прям наглухо. Да. Он там видит Red Bull и такой, блять, я его с закрытыми глазами могу вкус представить. А здесь прямо необычный. Необычный, но неплохой. Не вода из-под крана, как у вот этого. Ну, бодрит, конечно, больше кофейный, блять, ёпта. А мне нравится тропический. Такой, да? Сладенький. Ну, давай мы его, он, знаешь, он вот близок, так вот мы его поставим. Он близок к адреналину Рашу по вкусу, но не такой сладкий. Получается, Red Bull у нас на последнее место переползает из тех, что на столе. В общем, друзья, опытными исследованиями, ссылаясь только на наше, как бы, субъективное восприятие, конечно, Юлик в этом попрофессиональнее, чем я могу сказать, что вы наебали, короче. То есть мне сказали, как... По сути, типа, там был коммент такой, что вот эти все энергетики, они как безалкогольное шампанское, например, а это как настоящее шампанское. Пиздёшь. То есть, что да, это для школоты, оттуда, типа, уменьшили, убрали весь кофеин, таурин для продажи в там Dixie, Huixie. Тут написано и видно, сколько тут кофеина, таурин и сколько тут. А это, типа, то, что профессионально используется водителями, чтобы не спать. Не, мне кажется, профессионально водителями используется разве что метамфетамин какой-нибудь или... Ну, это типа... более-менее пристойно. Это... Нет.
ну как сказать, вот. Вода типа... из-под крана с шипучкой. G-Drive. G-Drive это вообще смешно. Санина невкусная. G-Drive как детская игрушка. Ну, короче, да. В общем, чуваки, я так понимаю, заправочные энергосы прососали. Соснули с проглотом. Да. Мы в следующем выпуске будем сравнивать уже какие-то виды Red Bull или адреналина, зависит от вас. Либо окончательно классику пройдем, там торнадо еще много. Да, торнадо, монстр эти у нас еще остались. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть. Переходите на канал Юлика, там вышло... Угадайте, что там вышло. Будешь каждый раз повторять эту шутку? Да. Там вышли сердца за любовь, а также напоминаем про конкурс, четкие худи, все крутецкое. Ваши идеи в комменты, ваши подписочки на канал, ваши платные спонсорские подписочки можете оформлять, получите смайлики. Да, у меня на канале тоже есть. Да, а на сегодня все. Всего вам доброго и помните, стражи энергии всегда на страже... Вашей энергии. Энергии, да. Дебильный, блядь, хорошо, специально для специальная тебя. Специальная рубрика купажирование. Давай, я как бармен хочу. Чувак, типа. Не надо, не поместится. У меня уже просто был опыт смешивания 15 лимонадов. И... Ты чё, дурак, не поместится? И у меня дома барная стойка. Я, блядь, печень себе убил коктейлями. Ты думаешь, я не в состоянии определить, сколько, блядь, ёпта налить? Мне рассказывали, как ты делаешь коктейли, наливаешь водки вот столько, чуть-чуть колы. А, похуй, нормально. Коктейль. Колы не было, блядь, я знаю, кто тебе рассказывал, я ему еблет разобью. Если не было колы, я ее высру, что ли, блядь. Сука, блядь, идите в жопу, ищите купажирование, хуежирование, блядь, адреналина в ебу. О, видите? Неосознанно Юра потянулся к адреналину. Он это ближе значит, стоял. Что он ему нравится больше. Мне водки просто захотел. У меня нейроны, блядь, раскопали, что когда-то я адреналин с водкой пил. Воли... А че я нахуй тут отчитываюсь? Давай уже. Пей! Пей до дна! Подожди, пей до дна! Пей до дна! Пей до дна! Пей до дна! А красный шел ты не будешь доливать? А я не доливал его? А, он есть вообще? Пей до дна! Пей до дна! Видишь, что почти ничего не осталось. Пей до дна! Пей до дна! Пей до дна! Пей до... Ради лайков подожди, давай! Я хочу оценить же. Подписчиков своих на дне оставляешь. Нельзя, нужно до конца. Силочку богатырскую свою. Давай, Юлик! Давай, пей до дна! Пей до дна! Кто король энерго? О, молодец! Минус почка, ебать. Всего вам доброго, мужики. И тёлочки.